Всем привет, всем привет, ребята! Вы на канале Ушмаги, с вами Ушмага. Сегодня поиграем в игру под названием Централия или Централия, Централия или Централия. И посмотрим, в общем, на эту игру. Или не посмотрим. Ну, я надеюсь, что посмотрим. Я жил обычной жизнью. Работа, любящая жена, любимая дочка. Я не мог представить себе, что произойдет в роковой день, в мае 1992 года. Меня зовут Генри Нильсон, и я расскажу вам свою ужасную историю. Моя жена пропала без вести 7 лет назад. Страшная авария в неприметном городке Централия забрала ее жизнь. Под городом были огромные запасы угля. Весь город охватил подземный пожар. Жадные власти копали так глубоко, что, по слухам, они откопали нечто ужасное и плохое. Испугавшись, шахтеры спровоцировали пожар залежи угля. Поговаривают, что почти что все, кто находился недалеко от эпицентра, сошли с ума. Централия превратилась в мертвый город. Лишь небольшую часть жителей удалось спасти, в том числе и мою дочку Ширли. На момент аварии я находился в командировке. После катастрофы мою дочь как будто бы подменили. Мы переехали в соседний штат. Сегодня днем, в день рождения Ширли, зайдя к ней в комнату, я обнаружил записку, в которой она написала, что отправляется в Централию искать мать. И я отправился за ней. Это игра... Почему озвучка такая? Я не очень понимаю. Озвучка какая-то... Чёртово дерево. Дальше придется идти пешком. Озвучка, конечно, такой. А тут нету... А, есть настрой. Ладно. Так. Значит, у нас есть показатель фонарика, который включается F. Нет, не включается. Значит, у нас есть показатель легких и фонарик. Я недалеко. Можно пройти всего лишь 3 мили. Я умею бегать, это хорошо. То есть я тупо бегу по... Зачем? Чёрт возьми. Это что такое? Да. А, это всё? А, это всё? А нельзя проматывать? Нельзя ничего? То есть, а если я уже смотрел это? Я жил обычной жизнью. Алло. Работа. Любящая жена. Серьёзно? Любимая дочка, я не мог представить себе, что произойдет в роковой день, в мае 1992 года. Это прикол? Меня зовут Генри Нильсон. Да ты затрахал меня, Генри Нильсон. Я расскажу вам свою ужасную историю. Да всем насрать на твою историю. Моя жена пропала без вести. Да не, на самом деле, не насрать, но ты надоел уже мне. Страшная авария в неприметном городке Централия забрала ее жизнь. Под городом были огромные запасы угля. Весь город охватил подземный пожар. Жадные власти копали так глубоко, что, по слухам, они откопали нечто ужасное и плохое. Испугавшись, шахтеры спровоцировали пожар залежи угля. Поговаривают, что почти что все, кто находился недалеко от эпицентра, сошли с ума. Централия превратилась в мертвый город. Лишь небольшую часть жителей удалось спасти, в том числе и мою дочку Ширли. Что за алкаш это озвучивает? На момент аварии я находился в командировке. После катастрофы мою дочь как будто бы подменили. Мы переехали в соседний штат. Сегодня днем, в день рождения Ширли, зайдя к ней в комнату, я обнаружил записку, в которой она написала, что отправляется в Централию искать мать. И я отправился за ней. То есть никак нельзя пропустить вступительный ролик, правильно? То есть если я умираю, я возвращаюсь в зад. Это прекрасно, конечно. Это очень прекрасно. То есть это, ну, как бы, это очень... Это хорошо. Это еще шел 2019. Чёртово дерево. Дальше придется идти пешком. А можно мне немножко настроек? Чувствительность мыши. А, на нуле вообще, да? Прикольно.
И чего? А у меня не... Она... Ну, я понял, короче. Ладно, окей. Я недалеко. Нужно пройти всего лишь 3 мили. Так, главное не сдохнуть. А то мы начнем заново. Если мы начнем заново, я не смогу смотреть этот ряд опять. Черт возьми. Я обратно на дорогу не могу не запрыгнуть, да? Игра, ты троллишь, что ли? То есть через корень ты можешь, а туда ты не можешь. А приседать... Приседать ты тоже не можешь. Я понял тебя. Так. Ох, до чего дошел прогресс. Взаимодействие Е. Чтобы взять факел, нажмите 2. Факел нужен для того, чтобы отпугивать разные существа при нажатии левой кнопки мыши. Радиус отпугивания увеличится, однако факел сгорает быстрее. Инвентарь и горячий клавиш 1.4. Эскейп не работает. Понял. Я теперь могу взять фонарик? Ой, ёпти, могу. Ой, батарюхи тут, короче. Так, ну. Это игра про ужастики, как вы уже поняли. В смысле, ну не про ужастики, а про ужастики. Тихо. Ага. Так, на единице у меня ничего нету, да? Так, хорошо. Что-то тут еще может быть есть. На двойке у меня, значит, этот факел. Пугивать животных. Но я могу на двоечку. Угу. А нету ни сейва, ничего, да? Только как... А, я могу бегать. Опа. А легкая... Как легкая работает? Каркарыч, здорово. Ой, ёпты! Что так лагает-то? Мне нужно добраться до централи этой, да? Я так понимаю. Ширли, стой. Ширли, ёпты! Мне за ней? Не, не за ней. Я не пойду в лес. Зачем мне в лес? У, сука. Уже кто-то орёт. Сука, кто-то за мной ходит. Падла тварь. Опасненько. Да запарил, не ори. Понятно. Это я бегаю, типа, да? Или кто-то за мной бегает? О, welcome Централя. Или Централя, как он там ее называл? Ёб твою мать, ты чё, прикуриваешь, что ли? Алло. А, у меня это не легкие, это сердце. Вот я и пришел. Воспоминания к черту. Госпиталь находится на 5-й авеню. Там я должен найти Ширли. А и это все? Прикольно. Это типа сейф. Чтобы брать в руки небольшие предметы, нажмите правую кнопку мыши. Чтобы выкинуть предмет, нажмите снова правую кнопку. Так, то есть я могу здесь собирать предметы, да? А я могу двери открывать? Да убери ты свой фонарик, вроде все видно пока.
То есть я зашел уже. Ёб твою мать, кто там? Ширли, стой. Ширли, стоямбо. Ну, Ширли, забей, слышь. Мы не будем за ней ходить, почему? Потому что это не зачем. А в смысле? Он же сказал, что он автоматически открывает двери. То есть эта дверь не открывается. Я нажал на лифт или чё? О, да ладно, прикольно, смотри. Чё за ку? А-а-а. Да иди нахер. Ну я не знаю, тут он написал, что на Е не надо нажимать. Я вроде нажал, там автоматически, не автоматически. Короче, забей. Я могу, типа, ногой, да, херачить. А-а-а! Ты чё? Это я, типа, нажал или нет? Очень странное говно. Потому что я... А, все-таки на Е надо нажимать. Я могу брать мелкие предметы в руки. Так, хорошо, пойдем обратно в лифт. А, вот, я нажал, да. На второй этаж мы едем или куда? На третий? Или куда я нажал? Второй. Там же закрыта дверь. Куда? Что происходит в... А, еще выше мы поехали. Нет, второй, ты же сказал. На нулевой можно. А, на нулевой клиника, типа, будет, да? Блок Б второй, блок С третий, да? Мы на нулевой едем. Мы на нулевом. О, новая локация. Я не знаю код. Надо найти код где-то было, да? Код, наверное, наверху где-то был. Нет? Бля, уже лампочками это... Почему ты не знаешь код? Вот тут что-то написано, нет? Ладушки, ладушки. Так. Вот, на шестой я нажал вроде, да? Или нет? Нажал я на шестой или нет? Убери фонарик. Ой, я сказал убрать фонарик. Нет, я могу только на второй переехать. На втором мы... Угу. На первый могу так же, да? Или нет? Короче, мне нужно там... Найти где-то какой-то пароль, да? Экзит. Экзит нам не нужен, мы оттуда пришли. А, вот, могу брать эти штучки, нет? А, могу, да. Баночки всякие. Это закрыто, да? А это? О! А это открыто. Это просто. Наверное. Ой. Не камильфо.
Эти предметы с пола я не могу брать. Ёб твою мать. И нахера мне сортир? Не. О, господи, же. А-а-а! Я могу разгребать. Я это не могу разгребать. Далее. Подожди, а там где-то было... Там где-то было что-то еще, нет? Не, я, может быть, и туплю, конечно, жестко, но очень странная игра. Очень странное дерьмо, на самом деле. Так. Почему я не могу нажать кнопку-то, алё? Это же вот этот лифт, нет? Ой, в смысле, лифт-то вот этот, а вот этот-то лифт я могу использовать. Почему я не могу использовать лифт? Почему я не могу использовать лифт, алё? Я нажал? Как тебе нужно нажать-то, алё? Говно кусок. Так, эту я не могу брать, а вот туда я могу, не могу пройти, могу, нет, не могу. Что здесь у нас? Сейчас нет тут никаких... А как сюда подаем? Кнопка не нажимается, так. Окей, свет. Не нажимается. Не открывается. И... А, вон там что-то. А, подожди. Я не... А стул я мог. А на стул нельзя забраться? А, это камера, ёптель, я думал, это щиток. Ребят, ну я не знаю, что делать в этой игре. Странное какое-то говно. Почему не нажимается кнопка лифта и почему свет не работает? И это говно тоже не нажимается. Видимо, оно нажмется, когда свет включится. Свет когда включится, хер его знает. Окей, пойдем в подвальное помещение тогда опять. Если там никуда больше нельзя съездить. А, подожди, может быть я этот могу разгрести, нет? А туда проход не могу разгрести, туда проход не могу. Не, он, видишь, он вообще не нажимается. Подожди, а может быть туда я могу все-таки попасть, нет? Как тормознуто сделано, ё-моё. Здесь что есть? Здесь ничего нет. Это закрыто, там ничего мы не нашли. А, подожди, может быть взад? В самом начале, может быть, что-то мы тут. А, смотри, вон мы можем открывать это говно. О! Батарею нашли.
А что-то не увеличилось. Батарюхи-то мы, может быть, и нашли, а не увеличилось количество заряда-то. О, еще батарюхи нашли. Таблетки таблетками. Так, а подожди. А, то оттуда я пришел. Так, все, да? Это камеру. Так, ну смотри, звук поменялся, да? Шестой я нажал. На шестой мы уедем или нет? Давай посмотрим. Нет, максимум второй. На второй заперты двери. Правильно? А как поменять таблетки? А, инвентарь был. В смысле, я же находил много этих. Куда я нажал? Я нажал, не... Бесячее говно. Давай на нулевой, хорошо. Мне нужен код узнать. Как это сделать? Где-то был код нарисован? Нигде не было кода нарисован. А, ёб твою мать! А, я застрял вообще. Ой, а что это с ним, братан? Ой, у тебя там ключ. Там, короче, какое-то, там, скорее всего, оружие какое-нибудь валяется, да? А чё ты дергаешься, слышишь? А как тебя вытащить? А, я могу его брать. Не могу его брать? Могу. Он только не высовывается. Он только не... О, ключ. Я подобрал ключ. От чего ключ? Погнали. Так. Погнали на первый тогда, да? Да, слышь, хорош заползать в лифт, ублюдок. Экономим свет. Ключ может быть только вот от этой двери, нет? Ключ от второго этажа. Угу. Ой. Уйди ты на. Пойдем тогда на второй этаж. Так, второй этаж мы через лестницу. А факела все. Факела все. Так, второй этаж нашли. Ага. Свет хер. Шикарно. О, электрическая схема. Ёптель, загадочки. Да ладно, серьезно? Нет, это право, а это сверху. Так, это сюда. Да блин, ну ты прикалываешься, игра, хорош. А, в смысле, я еще и трачу... Заперто.
О, открыто. Что есть? Так, какие-то записки у батарейки. А подожди, батарейки, то есть, получается... Да ёб твою мать, все время забывал, что эскейп не работает. Так. Амнезия карта. Больная Олеса Нельсон. Возраст 29 лет. Диагноз тяжелое отравление угарным газом. Больная потеряла сознание в полком. А что это мне говорит? Мне это про что не говорит или не говорит? Это что за говно? Мне нужно отгадать загадку. Скорее всего, да? Свет. Почему нет света? Света нет, наверное, потому что нужно включить этот рубильник где-нибудь. О, батарейки. Где-нибудь будет этот чизгал. Так, где-нибудь должен быть свет. А чтобы свет, наверное, скорее всего, нужно разгадать загадочку, да? Ну, блин, ну я не люблю вот эти загадки, реально, серьезно. Ну зачем? Ну вы и прикалываетесь. Ну в таких, как такие загадки эти. Ну ладно. Так, выключаем тогда фонариус. Так, ну погнали, чего? Как там нужно нам составить-то? А он поменял мне или так же оставил, да? Вот эту вот хрень мне нужно вниз вообще, да? Подожди, включи фонарик. А фонарик здесь не работает, да? Я просто не понимаю, это какой? Это вот тот край, да? Краешек. Чего не хватает? А, вот эту херобор надо сюда поставить. А это? Нет, вот это вот здесь, а вот это вот там. Так. Да, блин, не, подожди. Как это сделать? Вот это мне нужно сюда вниз поставить. Так. Блин, вообще запутался, да? Вниз поставил, дальше что? Запутался. Запутали шмыгу. Мне теперь надо вот эту вот хрень сюда. Как я ее сюда поставлю? Не, какая-то херобора получается. Так, давай-ка еще раз выйдем, подожди, дай посвети немножко. Ага. Я все вообще перепутал, да, уже. Так, ладно, сейчас тогда, подождите, ребят. Сейчас тогда все сделаем. Бесячее говнище, а, какое. Так, смотрим, значит. Так, а вот эти сверху вообще должны. А это вот туда теперь надо засунуть. Ну ё-моё, ну нет, это какой-то бред. Не, я понимаю, что, конечно, в хоррор-играх нужно как бы... Не, надо ее как бы поменять местами вот туда.
Так, ну после вот таких долгих, в общем, размышлений, минут на 10, да, я выполнил это говнище. В смысле? А, я открыл только дверь. Так. О, здорово, братан, ты плохо себя чувствуешь, походу, да? Ни хрена нет, что ли? Так. Ёпта. О, парольчики пошли. 19. Вторая камера. 19. Третья камера. 19. Да? А куда мне нужно 19? Видимо, вниз. Можно? А как отсюда выйти-то? Ну и чё? Как выйти-то отсюда, алё? Я жму на все кнопки, вообще на все, а она не выходит. Что делать-то надо? Я в ахуе. А escape даже не работает. Игра зависла, может, нет? Чё надо делать? Короче, я как-то вышел из этого говна. Свет и тьма покажут истину. Мы, короче, 19 нашли там пароль. Как я вышел из этого говна, я не знаю, я перебрал кучу кнопок и, короче, как-то вышел. Не знаю. Так, побежали, хорош сиськи мять. Так. Короче, смотрите, батарейки нету, но на секунду можно включить это говно. Так, погнали, ноль. На секунду можно включить это говно. У меня 3 батарейки, не буду пока еще и тратить, потому что тут уже свет есть. Так, здесь есть у нас... Где он? Опа. Блин, выйди. Придется все-таки зарядить. Да ты достал нах! Так. Какого хера? В смысле? Что за бред? Екиш ты какашкин. Короче, подожди, а где мы могли свет включать? Нам нужно, короче, где-то включить свет. Сейчас можно будет включить свет. И при свете типа дня, и не при свете дня получится, правильно я понимаю, игра? Типа при свете дня... Не, закрыто. Короче, типа, я понял, все, погнали. А где это было? На втором этаже, все, выключи. Батарейки не трать мои, драгоценные. Так, хорошо, что можно бегать, в принципе. А, вот, вот, вот. Нельзя включить свет до сих пор? Блин. А нужно опять отгадывать это говно или нет? Я не хочу. Можно я не буду? Так, пойдем еще тогда посмотрим. Раз посмотрим. Опа, это что? А, это читал, да? Так.
Так, еще раз пойдем в камеру, посмотрим тогда. А как вот выйти-то из этого говна, я не понимаю. Я так и не понял, как я вышел-то отсюда. Нет, тут знаешь, чё, в чем фишка? Нужно, чтобы как бы свет был. А как свет включить? Тогда я узнаю пароль. Мне рано, короче, сюда еще заходить. Понимаешь? Или не понимаешь? Это четвертая камера, это третья. Видишь, вот тут, короче, свет. А мне ему нужно, что ли, выключить тогда, получается? Это где вообще? А можно эти повторяющиеся звуки убрать нахер? Короче, вот видишь, вот здесь четырехзначное, видимо, число нужно, да? Только 19 есть, да. А как выйти-то? Ну как выйти-то? Как выйти-то с тебя, говно, кусок, бля, бесишь? Так, ну что, мы, значится, мы тут должны что-то сделать, да? Как выйти-то с этого говна-то, я не просто не очень понимаю. А, вот, на ноль, что ли, нажимать надо? Хер его знает, хер поймешь, что тут надо делать. Так, короче. Я вот не знаю, подожди. Вот смотри. Вот тут света нет, да? А если... вот свет включается, типа, да? Свет включается. Так. А вот тут-то, это где свет? Это вот здесь мы включили свет или где? Где-то мы включили свет или не включили свет? Подожди, еще раз. Так. А, выключили, ну-ка. Вот здесь мы выключили сейчас свет, так. Так. Вот здесь. А подожди, а где мы вообще находили это говно-то? Опа! Да, я как иду, чувствовал, что там, видишь, кто-то стоит. И еще одни цифры 84. Не, а как выйти-то, подожди. Я, ребят, если вы спросите, как выйти, я не знаю, я просто... Что за тормоза? Я просто тыкаю на все. Вот этот свет, типа, мы включили. Окей. Как выйти из этого приложения? Я не знаю. Это выше моих сил. Так, теперь едем сюда в ноль. Вводим 1984. А это 1984? Ну ладно, это какой-то чей-то год, наверное, так. Сейчас, наверное, выпрыгнет кто-нибудь. Отлично. И... А, ключарский. Я подобрал ключ. Так, убери. Что за ключ ты подобрал? А, от первого этажа. Все, я понял. Валим на первый теперь тогда. Смотрим, что там на первом этаже происходит вообще, да? Точнее, понятно, что там происходит. Нам нужно дверь открыть. Так, а там эта тёлка... А, не, или нет? Опа. Открывамбо. Открывамбо. Кто-то на ходямбо. Из-за этой аварии, связанной с подземным пожаром, вся больница стала забита. Постоянно поступают люди с отравлением, ожогом, всего лишь за сутки подземный пожар распространился так сильно, что над городом количество угля, бля-бля-бля-бля-бля-бля. Угу, главный врач. Алло, почему не открываешь? Mm-hmm.
О, батарейки. Подбери батарейки, падла. Так. А, это еще свет один. Да блин, а че лагает игра-то, алло? Она еще и лагучая. Ой. Так, и здесь мы можем включить свет, правильно? А, или выключить надо. А тут есть камера, что ли? Подожди. Нет, здесь нет камеры. А что тогда будет? Ну, давай выключим, хорошо. Уболтал, так уболтал. И чё здесь мы на... Опа, ёб твою мать. Она стоит там, смотри. Ой, ёб! Извиняюсь. Здорово. Как ты себя чувствуешь? Нормально всё? Это чё такое, типа? Мне нельзя туда идти? Ой. Ой-ой-ой. О, ломик нашли, или что это такое? А, факел опять. Не ищи меня, проваливай отсюда. Я бы с радостью, но это игра. Йоу! Найти ключ и уходить? Капец, залагало как. А, он сюда пройти не может. А, он слепой, что ли? Епискин бой. А что, все закрыто-то? А, все, иди в жопу. Мне нужно туда, короче, попасть. А у меня вот... А чё так все лагает-то, как говно какое-то? Эй, опять все заново надо начинать? Ой, не, ребят, все. Ребят, посмотрели мы на эту игру. Если понравилось видео, ставьте лайк. Если нет, то дизлайк и все такое. Вот такая вот игра, второй эпизод даже не буду. Ну, это не стоит того. Всем счастливо, всем пока, с вами был Шимега. Увидимся.